Сегодня подвели итоги работы за 9 месяцев и в Минтрансе. В 2013 году на ремонтные работы на дорогах региональной, межмуниципальной и местной сети было направлено более 1,5 миллиарда рублей. В целом завершены работы по строительству автодороги в обход Новочебоксарска к полигону твердых бытовых отходов. На ее возведение освоено 185 миллионов рублей. За 9 месяцев текущего года отремонтировано 183 дворовые территории и 101 проезд к дворовым территориям. Завершена разработка проектов стратегии развития «Чувашавтотранс» программы финансового оздоровления предприятия. В 2013 году предприятие сработает убыточно, недополучит 2,5 миллиона рублей. Сотрудники Минтранса совместно с представителями ГИБДД и другими заинтересованными ведомствами провели 37 выездных проверок технического состояния транспорта и в связи с обращением пассажиров. Во время таких мероприятий составили 39 протоколов об административных правонарушениях, наложенный штраф 76,5 тысяч рублей.